Рад приветствовать всех вас, уважаемые зрители канала «Рациональная нумизматика». Как раз в момент, когда металлы растут и далее, многие люди довольно тяжело принимают решение о покупке золота по новой цене и ищут альтернативу этой покупке. Как раз редкие, раритетные монеты, как царской России, так и Советского Союза, так и Немецкой империи, и американские монеты в серебре с маленькими тиражами выступают как раз очень хорошей альтернативой варианту покупки золота при цене 2400 и уже, я думаю, в будущем $2500 за тройскую унцию. Как раз один из моих подписчиков принял для себя решение продать очень редкий рубль 1859 года. Эта монета называется на сленге у нумизматов «конь». Тираж у нее 50 118 тысяч штук. Это яркий представитель донативных монет Российской империи. Для многих коллекционеров, которые собирают донативные рублевики, это очень и очень желанная монета. Как кажется моему подписчику, монета исполнена в качестве proof-like. Это я утверждать не буду, каждый может сам посмотреть, увидеть и принять для себя решение. В конце ролика вы увидите ориентировочные коридоры проходов на эту монету. Цена колеблется от $1500 до $2500, зависимо от яркости и качества той или иной монеты. Я для вас сегодня предоставил этот коротенький такой материал, для того, чтобы вы понимали, какие монеты могут служить как раз альтернативой покупке золота по новой космической цене. Эти монеты такие же привлекательные и перспективные, как и золото. Напишите в комментариях, что вы думаете, согласны вы со мной или нет. Ну и по сложившейся уже традиции, всем вам я пожелаю крепчайшего здоровья вам и вашей семье, нумизматической удачи, мира и добра. До свидания, уважаемые зрители.